Всем привет! Сегодня у нас на видео Вега 300. Я его недавно только приобрел. Мне его знакомый дал. Два штуки дал. Один такой же самый, немножечко другая модель. 301. Она разобрана была полностью. А это более-менее так. Ну, тоже. Сейчас включим, проверим. Значит, приемник работает, шумит там. Средние и высокие волны. Ерунда, в принципе. Вот. А проигрыватель, здесь надо вот эту иголку заменить, вот такую, стерео, и вот такую ось надо заменить, здесь стоит, она не родная стоит, я поставил так, чтобы просто поддерживалась. И так включить можно, проверить. Вот этот приемник, да? Сейчас я поставлю камеру. Вот если бы кто знал бы, как бы FM сделать сюда, какие-то детали надо выпаивать, и упаивают, две штуки выпаивают, я спрашивал одного, надо будет в интернете посмотреть, и сделать FM. Дальше проигрывать, сейчас проверим. Так, это у нас база. О, это пуск. Вот такую иголочку надо менять. У меня ее нету. Или просто простую поставить, сделать такую вот, поменять штуковину с простой обычной. И проверить. Сейчас проверим звук на иголку. Где-то это мелко. Туда и поспособил. Теперь ее как-то тяжело. Вот, даю сигнал. А, это на правый канал. Сейчас тоже оставим ее. В общем, вот такую иголочку надо найти. Так, где она поставляется? Вот так она поставляется, да? Вот так потихоньку работает, но звук есть. Надо делать иголку. Ее тяжело найти. Так, ну мы выключим. Вот такая вот штуковина хорошая.
Вега 331, я ее разобрал. Она была в таком ужасном состоянии. Ни верхней крышки не было, и это все морда такая. Все ужасно. Динамики я снял, трансформатор снял, что еще? Ну, плату и корпус выкинул, все убито. Да, и там немножечко другая модель. Здесь такая вертушка идет, с такой переключателем, таким, а идет просто барабан. Крутит и все. Двигатель. А там идет, получается, барабан, один двигатель и пасик вращает. Сейчас покажу, что тут делается. Снять аппаратный диск. Диск снял. Вот тут вот эта вертушка вращает. Двигатель один и вот это все, вот эти претендалы. А там, получается, вставляется эта тарелка здоровая, и двигатель один, и пасик надевается, и на 331, а это Вега 388 года, а тот был уже 90 года. Поэтому, если бы она одинаковая была, можно было бы сделать бы. Вот такую вот ерунду вот хочу попробовать поставить с обычного проигрывателя на одной иголке. Не такая стереоиголка, а такая вот, которая вот эту именно поменять и попробовать. Должно работать. Ну пока все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Смотрите дальше мои видеоролики. Это моя коллекция Весен. Был маяк 240 первых, я его продал с колонками. На рыбоколонке, правда, оставить. Ну ладно. Вот такая вот штука. Все.